Итак, дополнение по поводу механики. И еще много будет. Вот такие вилочки. Не очень они, конечно, презентабельно выглядят, но их могли бы сделать сразу штамповкой, товарищи немцы, ну, ГДРовцы, точнее сказать. Ну вот, не сделали. Вот. То есть люк-то вот. Практически вообще его отсутствует, да. Вот, вот какой. Вот. Вот. Ну, не говоря там 4-5 миллиметров, там, ну, это вообще можно сказать ни о чем. Да. Ну вот, надеюсь. Да. До стенки не доходит где-то миллиметра, ну, миллиметр полтора. Там они упираются, в общем-то, клапан вверх. Ну, ход, наверное, вот такой будет. Типа в пол сантиметра. Так что не грозит. Вот, ну все. Как, ну все. Здесь все. Надо собирать дальше, ставить ряды. Собирать дальше механику. Продолжение механики нижней части. Собрано. Собирал долго. Почему? Потому что рассыпал, все перемешал. Так вот уж получилось. Ну да ладно, короче говоря. Все стоит. Открываю все, что нужно, я уже проверил. Вот, значит, что осталось у меня здесь? Я хочу вот заменить вот эти кнопки вспомогательного ряда. Ну, 4 что ли здесь. Вот. Почему? Потому что они, ну, стесаны довольно-таки сильно. И вот одну из вот это вот нужно утопить. То есть где-то миллиметра, наверное, 2 не меньше. Ну вот как-то так. И потом верхняя часть также будет собрана. Вот так. Ну все. Итак, заменил я по первому ряду по вспомогательному 6 штучек. Вот видно. Во-первых, они как бы более. Стоп, 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 стоп. У них верх не закругленный, вот, а немножко более ровный. Диаметр одинаковый. Вот это вот уже закругленное видно. А вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Опять закругленный. Все.